Дорогие друзья, встречайте нашего следующего гостя. Чем же вы увлекаетесь? Расскажите, пожалуйста, как давно вы занимаетесь этим? Нравится ли вам это и хотите ли продолжать дальше? Есть ли у вас какие-то грандиозные планы на будущее? Ну, я занимался раньше плаванием. Мне это нравилось сначала, но все-таки нас гоняли очень сильно. Хотя выглядело со стороны не так удивительно, как на самом деле. Тренером, ну, я был тоже хорош, но все-таки пожилой и понятно, почему суровый. А так мне очень там нравилось. В данный момент я занимаюсь настольным теннисом. Мне это тоже очень нравится. Я занимаюсь им почти что год. Но мне это нравится. Очень нравится. Дома я очень люблю читать всякие книжки. Особенно я люблю приключенческие книги. Я люблю очень Калли Блюнквиста. Владимир, короче, Крапивина, мальчик со шпагой, бронзовый мальчик. Не знаю, вряд ли кто знает его, но многие его знают. Мне все книги очень нравятся. Я очень люблю читать, и не только читать, еще люблю спать. Я бы посоветовала Владиславу Владиславовичу Крапивина, мальчик со шпагой, который написал, бронзовый мальчик, Калли Блюнквиста две части прочитать, и не только Калли Блюнквиста, Робинзона Круза. Немножечко о фильме. Нравится ли вам там играть? Нравятся ли все актеры? Насколько сильно вас связывают дружеские отношения с этими актерами? Так и киноговор. Однажды в Морганфильм. Мне понравилось там сниматься. Я, во-первых, работала оператором на съемку, но, к сожалению, мой пост потихоньку начали занимать. Я озвучивала Лемура Йоху. Но мне не сказали, что я буду Лемуром. Я думала, я буду кем-нибудь другим. Еще я один раз мелькнул. Расскажите, пожалуйста, о фильме «Зажги свою звезду». Еще мы ловили флайеры. В фильме «Зажги свою звезду 2» и «Зажги свою звезду 3». Я снимался тоже. Никаких проблем. Конкурс танцев и пения. Плюс один. Но у меня есть идея. Ты сошёшь театр? Я дам вам то, от чего они не стоят. Эксклюзивный кусок из фильма, так и киноговор «Однажды в Морганфильме». Приятного! О! Пришла наконец-то эта муза. За что я ей плачу? О! Идея? Идея хорошая. Сценарий тоже хороший.
Я пока не думал об этом. Надо звезд поискать. Дисней отказали, Бразилия тоже. Морганфильм вроде как поддержали идею. Там снимался Андрей Мерзликин. И как мы прыгнем выше головы. Пойдем на киностудию. О, там мы проведем кастинг. Хорошо, идем. Как вам ваш персонаж? Ну, я даже не знаю. С глазами и хвостом это, конечно, правда. А вот мой хвост не в полосочку. Я не белый. Мои глаза не голубые, к сожалению. А так, я не знаю. 50 на 50. Расскажите, пожалуйста, о себе. Ну, смотрите мои новые проекты, где я в главных ролях. Всем удачи, всем пока. А, что? А, да, и я, кстати, ловил флайера лучше тебя. И он тебя на заднем ряду, да-да. А потому что я кто? Я красавчик. Время прощаться. Проводим нашего гостя бурными аплодисментами.